это название, это просто вот да, на имя, имя у Лена императора. Потому что у нашего императора Лена очень любят пить такие чай. Поэтому у его да, имя назвался вот чай. Сейчас показать вас вот чай Губин, который я на машине вам рассказал. Губин. Губин не такие чаи, стоят чем маленькие, чем лучше. Размер чем маленький, чем меньше, тем лучше. Вы дома один стряж, один раз бить уже хватит. У нас людей много, поэтому нужно три штуки. А это чай для здоровых, высокие давления не будет. Когда сейчас запить будин, высокие давления не будет. Если я не хорошо знаю вот это такие формы, если кто-то крови, много сахара, ну как назвать? Да. Его хорошо увеличает. И для похудеть очень хорошо. А это такие чаи нужно первый раз почистить. Примерно как и девушка так поляривали водой, потом не вот водой, выгнуть вот водой. Не надо пить. Первые. Видели вот чай, когда вода беда, вот чай сам себя откроет, если будет метры на метры откроет. Ooh.